Всем привет! Наконец-то пришла долгожданная посылка для моего Ford Fusion. Ну и, соответственно, для меня тоже. Так. Вот такой вот чудо-ключ. Приобрел на Алике за просто смешные деньги. Так. Что-то он до конца не влазит. А, понятно. Там будет жесткая защелка. Ну, в общем, обычный выкидной ключик для Ford Fusion. Здесь, соответственно, надо разобрать. Ну и посмотреть, что к чему. Он не до конца собран. Плата, батарейка есть, уже хорошо. Осталось узнать, есть ли чип. Что-то я его тут не вижу. Но вообще-то он должен был быть. Здесь возвратный механизм. Здесь это все собирается. Вот, а чипа-то тут и нету. Кнопки работают. Печальненько. Очень печально. Придется чип вытаскивать из ключа и просто ложить в машину. Не очень как-то удобно, скажу я вам, это делать будет. Может быть, эта штука тоже разбирается. По идее, должна. И чип будет стоять здесь, может быть. А то так, как я вам буду рекомендовать такую штуку, в которой нет иммобилайзера самого чипа. Нет, чип вставляется сюда. А, вот он чип. Вот он сам чип, который нужно будет сюда вставить. Все-таки вот он. Очень замечательно. Потом его прописать еще нужно будет. В общем, здорово, великолепно. Так, это пока соберем. Это дело тоже нужно будет подсобрать. Тут все наивно и просто. Так, стоп, не так, чуть-чуть.
Нет, все-таки так. Эта штука должна вставляться сюда. Во. Кнопочка. Ну и, соответственно, будем закручивать. Чип. Так. Как это все весело получается. Или, может быть, его не собирать, ведь его все равно придется со временем разбирать, чтобы его со временем все равно придется разбирать, чтобы его прошить, нарезать. В общем, вот такая вот котлета. Кому было интересно данное видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Я понял. Все намного проще, чем казалось. Нужно было просто не ту сторону крутить, да и все. Закручивается сначала вот это. В общем, будем разбираться по ходу. Но ключ должен работать очень хорошо. Так. В общем, ссылка, как всегда, в описании. Всем пока!